крылатые сабы. Парк Олимп. Очень красивое местечко. Спортивные площадки, стадион вон там чуть подальше. Татарстан. Все красиво, все ухожено. Служба, здание. Такие вот беседочки в парке в этом есть. Скульптурка интересная. Посвящена какому-то мужику и черту. Мужик поймал черта. Я вот на том мостике был. Вот первый вид. Сейчас поднимусь вот на этот мостик. Оттуда вид забацаю. Так, поднялся на мостик. Смотрите, как тут здорово. Детская площадочка есть. Чистенько, аккуратненько, еще раз повторяю. Здорово. Тут неплохо можно проводить времена вечерами с детьми. Кто бегом занимается, очень здорово вот по внешнему кольцу бегать, то есть вот по этой с препятствиями, то есть подъем в горку, с горки. Бежишь, там еще один такой же мост, на котором я сейчас нахожусь. Вокруг бежишь по внешнему кругу. И там вот еще один мост, то есть бежишь вверх, снова вниз. Сюда. Бегом заниматься прикольно. Здорово.